Сегодня в этом зале состоится историческое событие в культурной жизни города. С многих концов географии приехали его благодарные ученики. И сегодня в концерте воспоминаний, который первоначально назвали «Звезды класса Владимира Алтухова», и это название тоже очень правильное и приятное, вы услышите лучших из учеников Владимира Петровича. В его класс входили ребята, а выходили лауреаты. Эта шутливая, на первый взгляд, фраза появилась в стенах музыкального колледжа не случайно. Владимир Петрович Алтухов, преподаватель по классу баяна из провинциального города, сумел подготовить столько титулованных и известных ныне учеников, сколько удается взрастить далеко не каждому наставнику из крупных музыкальных центров. Профессора многих консерваторий восхищались и удивлялись, каким образом Владимир Петрович умел растить таких замечательных учеников, таких замечательных специалистов. Многие из них пошли по стопам наставника, но уже на более высоком уровне. В Российской академии музыки имени Гнесиных работают два уроженца Кузнецка. Профессор Владимир Алексеевич Бурлаков и старший преподаватель Михаил Сергеевич Бурлаков. Однофамильцы являли собой предмет особой гордости для Владимира Петровича Алтухова. Мы всегда питались от него. Питались, заряжались не только оптимизмом, что самое главное, он оптимист был большой, но и в то же время он умел настроить на труд, на работу и привить интерес. Интерес к работе, которая еще не принесла результата. Потому что интерес обычно возникает тогда, когда уже результат, мы имеем успех или что-то еще такое. А он умел так сделать, чтобы было интересно уже просто работать. Наверное, это и есть секрет его мастерства педагогического. В послужном списке Владимира Алтухова значатся десятки лауреатов всероссийских и международных конкурсов, заслуженных работников культуры, заслуженных артистов, руководителей и участников творческих коллективов. Из Воронежа приехал Олег Артемов, некогда напарник ныне проживающего в столице выпускника Гнесинки Рената Димаева. Этот дуэт в свое время блистал на различных конкурсах. Навыки, привитые Владимиром Алтуховым, сохранились, и они сыграли так, словно выходят вместе на сцену каждый день. Между выступлениями со сцены присутствующим напомнили основные этапы жизненного пути Владимира Алтухова. Коренного кузнечанина, обладателя диплома с отличием Горьковской государственной консерватории имени Глинки, заслуженного работника культуры, руководителя, несколько лет возглавлявшего Кузнецкое музыкальное училище, прекрасного, отзывчивого, уважаемого человека, доброго семьянина. Он не был равнодушным человеком. Он был настолько общественным, он настолько принадлежал людям, и они шли к нему и с бедами, и горестями. Он был неравнодушным в работе. И я думаю, что успех его учеников, которых мы сегодня видим и еще увидим, это пример неравнодушного отношения педагога к своей работе. О Владимире Петровиче можно много и с восхищением рассказывать, но если вот двумя словами выразить его портрет, это, наверное, честь и совесть. Владимир Алтухов посвятил служению музыке всю свою жизнь. Он ушел, на его дело продолжают многочисленные ученики. Они помнят учителя.